Коба, всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобою продолжаем играть в новенькую игрушку по скибиди туалетам. В принципе, блин, музыка имбовая. Ну, очень напоминает, естественно, на GTA прям вот эта вот игра. Ну, ребят, обязательно лайкосик, залетайте в Телеграм, правда, очень-очень важно. В общем, мы с тобой сейчас применим... Тут тоже есть промокоды. Да, ребят, тут тоже есть промокоды, поэтому мы с тобой не сюда. Нам нужно вот сюда вот зайти. Конечно, 9000 рублей вот это вот офигеть. Но это было бы здорово, потому что раз и все, ребятки. И готово. Просто сразу титанов всех покупай и все. Но нет, мы, короче, будем вот так вот. Так, начнем мы, ребят. Арм. У нас есть вот такой вот промокод. То есть получено косарик. Уже хорошо, ребят. Так, получено. Короче, каждый раз вот так вот придется делать. Ну, в принципе, недолго, ребят. Ну, вы сейчас как раз и увидите все промокоды, да и все. Ребят, вот в чем. Раз. То есть по косарику они все дают. Ну, в принципе, так, что у нас? Раз. Магаданчик у нас тоже тут есть, между прочим. Старт. Вот такой вот у нас. Робзи. О, тут уже даже два, смотри-ка, дают. Это неплохо, ребят. Так, и еще... Такс. Есть. Есть, ребята. Все, хорош, Неми. Вот этого знаем, братишку, еще как, кстати. 9 косарей. Слушайте, ну неплохо, а? В принципе-то. Что думаете, а? Нормально. Так, отлично. Отлично, ребята, это очень хорошее начало. Что мы можем сейчас спикермена? Плюс 10%. Но, если честно, это так себе. Мне это не нравится. Вот TV-мен, это прикольно. Вантус-мен, уф-уф. Так, что насчет оружия? Я думаю, конечно же, стоит нам купить с 5 уровня, да? Блин. А может, мы просто до 5 уровня сейчас прокачаемся и все, ребят? Давайте, давайте так и сделаем, на самом деле. И мы с тобой купим АК. Офигеть, ну это будет жесть, кстати, вообще, ребят. Так бы, конечно... Блин, TV-мена. Блин, Вантус очень крутой. У него есть способность, кстати, между прочим, уничтожающий круг из вантузов. Блин, это прикол! А тут излучает свет, из-за которого туалеты застывают на короткое время. Слушай, наверное, TV-мена. Ну сейчас мы немного еще плюс подкопим, ребят, и будет, мне кажется, идеально. Слушай, это прикольно. В общем, погнали, ребят. Все, вперед, быстренько собираем оружие. Быстренько так раз-раз-раз. Трямс. Все, найс, отличненько. И идем выполнять. Но нам нужен 5 уровень, и все. Все. Так, 50 патронов, найс. Должно хватить. Главное, конечно, будет зависеть, какой там... О нет, о нет, о нет, боже мой, только не он. Пожалуйста, только не G-Man. Блин, ну это... Ну это на самом деле тоже ничем не лучше, короче. Вот это вот трехголовая гидра, блин. Ля, ты смотри. А, ля, лысый там довольный какой. Так, в принципе, урона нам хватает. Смотри, мы уже половинку зафигачили. Найс, 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 найс. Хорош, слушай, неплохо, неплохо, живем, живем, ребята, живем, есть, есть, отлично, все, быстрее, 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 идем спасать нашего братишку, давай, let's go, такс, найс, хорош, друг спасен, кстати, нормального опыта дали, и как раз 5 уровень, ребята, ну что же, я думаю, надо купить. Давайте, TV-мена мы с тобой покупаем. Отлично, выбран. Оружие, слушай, наверное, лучше подкопить. Лучше подкопить, у нас плюс сейчас будет, если что там. Так, 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 так. Вот интересно, как способность применить. Ну-ка, погнали. Блин, ну за Титана хотелось бы, конечно, поиграть. А, все понял, ребятки. Все найс. Отлично. Если что, мы можем, получается, просто-напросто, ребят, босса сейчас как раз и застанет. Это будет круто. Все, на обычные туалеты даже не обращаем внимания, ребят. Хотя сзади там просто слышно, там слышно, просто ужас какой-то происходит, да?
Там капец просто какой-то, ребята, бырей. Блин, там просто весь город за мной. Боже мой. Так, ну с этим челиком мы по идее быстро справимся вообще. Ну ура. Такс. Прямс. А на него нифига не действует, прикинь. Хорош, 105 чипов. Ну чё-то. Кстати, смотрите, ребята, тоже маленький такой лайфхак. Как только босс появляется, да, точнее он вас видит, вот, вы подошли слишком близко, все остальные скибиди просто пропадают, чтоб типа не мешать. Вот так вот, оказывается. Так, атака. Атаку еще рубануть. Да, что-то я думаю, даже и здоровье не помешало бы, если честно, как-то. Вот. Угу. Так, хорошо, ребята, мы продолжаем. Нам надо, короче, накопить сейчас бабки. Слушай, ну, тут их, короче, копить как-то, ну, сложно. Может, УЗИ хотя бы возьмем? Я фиг его знает. С промокодами, да, вот сейчас было бы прикольно, да, но как дальше нам действовать? Вот чисто, просто сколько нужно каток нам сыграть? Я даже не представляю. Так, попробуем, ребят. Ну, тут слишком было бы как-то это. Ну, она, кстати, восстанавливается, если что, способность. Так, быстренько берем. Мне вот всегда вот бесит то, что когда полоска здоровья так высоко находится, это не к добру. Это не к добру, ребята. Боже мой, да ну нафиг с шампурами там, чел. Блин, это будет жестко. Это будет жесткая битва. Братан, пощади. Нифига себе, он быстро как... Братишка! Фух. Еще себе, блин. Это что-то... Жуткое. Это что-то жуткое на самом деле. Так, ну хорош. Братишка, привет, я тоже тебе мэн. Найс. Да, ребят, также лайкосик поставьте, прожмите, пожалуйста. Будет здорово. Короче, ребят, я думаю, надо нам купить пока что... Ну, я думаю, хотя бы УЗИ. Давай ее купим. Вот серьезно. Потому что тут реально фармить, похоже, очень долго. Чё-то прям вообще. Я понимаю... Не, ну с каждым уровнем, понятное дело, больше нам дают и опыта, и... Ну и сложнее становится. Вот чем беда. Так, а где же моя УЗИ? Ну-ка дайте мне, пожалуйста, другую пушечку. Что-то не то, ребята. Там надо было выбрать, я не знаю. Вот оно. Ух, нифига себе. Так, ну это другой разговор. Ля, вот это базар. Конечно, ты гляди на этого. Уже и в наушничках, ребятки. Так, мне нужно УЗИ. Так, полицейские, найс. Хорош. Так, что у нас тут лежит, ребятки? Вкусняшка есть? Не? Блин, да что так много пистолетов? Пистолетов вообще дофига. Так купишь пулемет, а как бы и не найдешь его. Во, нашел уже больше патронов. Так, быстренько уничтожаем. Слушай, ну это по-другому совершенно все стало. Ай-я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 й, это меня валят. Ты думаешь, что... Да боже, что так сложно стало выживать-то, ребята? Блин, нам уже до босса бы добежать побыстрее бы. Еще догонять будут. Это точно УЗИ. Да это какая-то лазерная винтовка, реально. Бластеры. Да вы че, блин, они догоняют меня? Там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь минимум, короче, прикинь, семь минимум. За мной гонится. Блин, да вы заколебали, слышите? Чё так далеко? Быстрее, погоня, пацаны. Боже, опять ты.
Так, найс. Не-не-не, братишка, давай-ка мы... То есть я должен сначала вот твоих маленьких этих поуничтожать, что ли, родной? Серьезно? Серьезно? Я его не могу уничтожить, пока эти... Мелочь пузатую эту не... Вы че, блин? Хорош. Ты серьезно? Ты такой умный? Каков говнюк? Ты прикинь? Короче, он оббежал дом специально, чтобы как крыса сзади просто на меня это наброситься и все, прикинь? Капец. На боссе, кажись, скибидисты не исчезают. Исчезают, когда босс повержен, так как доктор юзал миньонов. Не, сзади-то никого не было, понимаешь? Исчезают, исчезают. Так, ладно, 3500. В принципе, неплохо, неплохо, господа. Так, ну я думаю, вообще, конечно, прокачаться бы может. Или что, или лучше... Мы, наверное, в атаку. Все-таки как-то, мне кажется, ребят, надо немножечко втопить, потому что что-то с каждым разом все намного сложнее. Блин. Как-то в туалет файт даже... Вот серьезно, полегче? Так, сразу УЗИ, спасибо. Спасибо, родные. Пожалуйста, пожалуйста, пусть босс сразу тут будет и все. И я его, короче, валю и все. Все, ребят. Да, похоже-то... О. Найс. Так, не зря прокачались. Так, найс. Все. Блин, я хочу, если честно, Джимена сейчас увидеть. Хочу Джимена попробовать уработать. Патронов, в принципе, нормально. Ля, вы что-то... Это чё, блин, такое? Вы чё, блин? Один туалет на другом туалете. Боже мой, отвалите, пожалуйста, ребятки. Хорош. Капец, капец. Просто чисто уже целый город. Смотри-ка. Зараженный. Да, раньше игры постоянно по КД. Знаете, какие были? Про зомби. Сейчас только про туалеты. Раньше реально в любой игре, короче, было очень прикольно вставлять зомбей. Типа против зомби, против зомби. Сейчас у нас по-другому все изменилось. Все. Теперь у нас новые твари, ребята. Да, блин, почему так долго просто бежать-то? Пожалуйста, пусть это будет Джимен. Я хочу ему отомстить за первую серию. Блин, опять этот чел. Ладно, хорошо. Смотри, проверяем, тестируем, ребятки. Пропадут ли? Да, они пропали. Они сразу взорвались, прикинь. Они пропали сразу, прикинь. Жесть, конечно, махина какая на меня идет. Так, ну что же, ребят, ну давайте, ладно, последнее, последнее. Серьезно, я хочу последнее, потому что я так прокачался нормально. Блин, если Джимена не будет, ну ничего. Ладно, в следующей серии мы как-нибудь его рубанем. Так, поглядим, конечно, как вам вообще понравится, не понравится, ребята, игрушка. Так, вот так вот делаем, ребята, и трямсик. Ля, вот такого бы, а, 3-0. Джимен 3-0. Так, что там? Сразу УЗИ, спасибо. И нам нужно идти обратно. Так, хорош. Давай, 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 давай. Пожалуйста, пусть там Джимен будет. Опс. Давай, давай, стреляй, стреляй. Блин, паразитов теперь просто миллиард. Опа. Хм. Как тут пройти, блин? Можно ли тут пройти вообще? Похоже, что нет. Блин, это все обходить надо, боже мой, боже мой! А можно как в GTA, пожалуйста, чтобы у меня машина была? Просто машинку сейчас раз и все. Ну это жесть. Не, ну ребят, ну меня походу сейчас тут завалит, реально. Иди нафиг. Стопят, блочат еще меня. Это просто ад какой-то. Такс, 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 так. Отлично, отлично, ребята. Ну плюс мы еще чуть-чуть пофармили чипов. Найс. Да где ты, блин? Засранец, покажись. Где этот босс?
Способности что надо юзать, ребята? Что, мы зря ТВ-мена, что ли? Ой. Ой, 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 ай-ай. Ой. Иди нафиг. Вали от меня. Боже, мне надо просто добраться, ребятки. Пожалуйста. Какая долгая дорога, я прям не могу. Боже, наконец-то мы добираемся. Мы добираемся, ребята. Сзади, 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 сзади меня преследуют. Есть. Ну, новый, кстати, босс. Между прочим, новый босс, ребята. Бля, смотри, как по клетке бьет, а, с башкой. Братишка, погоди! 61 чип за него! Реально! Ладно, ребят, ну, в принципе, вот так у нас все получилось. Да, ребята, не знаю, зашла вам, не зашла. Лайкосик ставь, залетай в Телеграм, да. Может, еще поиграем обязательно, поглядим, что там по просмотрам будет, что по лайкам. Бай-бай, дорогие братишки.